снова на пробежке. Всем привет. Физкульт, привет. Красиво болотце, когда пробегаемся, сюда любуемся. Уже прибыли на озеро, ищем местечко, где искупаться. Вот так вот бочком-бочком. И что вас ждет впереди? Не хочешь принять грязевую ванной? Слышь, Маш, лицо намажь, грязью, полезно. Сколько градусов? Так. Вода. Вода у нас 11 градусов. Даже мы купили градусник в этот раз. Согрелись уже. В общем, классно провели время. Да, поплавали на славу. Погода сегодня хорошая, солнечная выдалась. Прям классно. Мы довольны. Мы дышали свежим воздухом в лесу, да? Да, ощущения великолепные. На спине как будто бы горчичник лежит. Так греет, просто обалдеть. Ну, мы немножко вот с тропочки сбились. Идем просто через лесочек. Пришла осень, 5 ноября, листья опали, трава еще зеленая, очень красивая. Это дерево полувысло. Это дерево сохранило еще свою шевелюру. Даже больше сейчас листья зеленые. Тут бедняга уже почти как я. Тут недалеко от дома, где живем, есть такая площадка с приспособлением для активного отдыха. Но мне приходится их использовать много не по назначению. Пришлось что-то придумать. Это я использую как турник. А это я использую как брусья.